В России ограничили закупки импортных препаратов для медицинских стационаров и лекарственных госпрограмм. Такая возможность обсуждалась давно, и вот соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Дмитрий Медведев. Согласно документу, теперь должны отклоняться все заявки из других государств, если на торги заявились два и более отечественных производителя. Исключение сделано для стран Евразийского экономического союза, то есть для Беларуси, Армении, Казахстана и Киргизии. Постановление касается только жизненно необходимых и важнейших препаратов. Оригинальные высокотехнологичные лекарства, не имеющие пока российских аналогов, под ограничения не попадают. В Краевом министерстве здравоохранения нам пояснили, что новый документ кардинально не повлияет на работу. Как правило, и раньше отечественные производители предлагали более низкую цену и, соответственно, становились победителями торгов. Что же касается возможной непереносимости тех или иных компонентов наших аналогов импортных препаратов, на которые иногда жалуются пациенты и требуют выписки оригинального лекарства, такие случаи решаются индивидуально, говорят в Минздраве края. Для этого тоже существует прописанная процедура, когда врач фиксирует эту нежелательную побочную реакцию, заполняет извещение об НПР, направляет в соответствующие инстанции это извещение. И уже на основании, в результате этих действий, врач имеет право выписать по торговому наименованию лекарственное средство, считая, что, например, здесь именно замена ухудшила качество лечения и вызвала это НПР.